Так, насчет все еще хреновый. Ну, стреляет. Алло. Что это было? Ну, давай К2, в принципе, я посвечу тебя дальше. Может, мы к ним вообще сейчас в спину приедем? Чтоб тебя! Кашка, ты как там едешь, что, блин, челик под тобой прям проехал, и у меня... Боже, просто... Просто в лицо из-за поворота приезжает челик. Какого хрена, К2? Давай, арматка, кумули, накажи их всех. Опять без урона. Ха, как вам такая картина? Новая модель Т-14 с деревом в башне. Новый облик. А, так вот. Эля Риш. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из семи боев Эля Риш. Раз, два, три, четыре, пять. Можно на других картах поиграть сегодня, нет? Попробуем теперь Гриффина бахнуть. Это Сивишка, Аня. Сивишка вообще в городе в них катается, прикольно. О-хо-хо-хо, 443 термику и добил его минометчик. Что-то термики фугасы начали съедать очень жестко, слишком жестко, я не понимаю почему. Опять в последний момент куда-то вылетают снаряды. Что за хрень? Пошел. Что? Просто насквозь, ну вы видели, да? Просто насквозь снаряд пролетает. Какой бред. А теперь летит! Все, это просто тупость. Эта игра начинает меня опять бесить. Сраная игра опять меня бесит. Да почему падает постоянно в этот сраный камень снаряд? Почему он не летит в центр? Вот сюда летит, почему? Ну дело, поломал мне еще орудие. Горит. Я просто не попадаю. Просто не попадаю. Четвертый раз. В одно и то же место. Зеленое. Да серьезно? Я могу пробивать кого-то все-таки, да? О, спасибо, великий рандом. Похоже, я выбрал неудачную неделю для того, чтобы бросить курить. Вот здесь улица сейчас будет прострельная. Ого! Это что за сальто сейчас было? Сальто на тальто. Плевать. Вот здесь сейчас будет, пацаны. Они сейчас базу заберут. Походу мне сейчас придется падать. Миссию суицид. Правивать. 20 секунд. 20 секунд. Офигеть. Ребята. Вы что, серьезно? Или заехали? Да, придется в тупую залетать. 6, 5, 4, 3, 2. А я не успеваю. Хорошо. И тебе, друг, и тебе. Ай, хорошо, еще и успел забрать противника. Офелия спасла. Надеюсь, наши союзники понимают, насколько здесь все серьезно, да, и сейчас все-таки поддавят их. А, ну все, они как раз заре заезжают. Офигеть!
Это в нарезочку надо будет. Это надо в нарезочку. Я сбил базу за 0,5 секунды до нашего поражения. Это просто идеально. Это просто идеально. Или он на балконе? О, прикиньте, он на балконе. В низинке. Как он так проехал, что я его не высветил? Что за магия? О. Вот она. Опа. Опа. А он меня взял и высветил, прикиньте. Подстава. И серая лампа меня сопровождает просто всю дорогу. Сколько секунд она уже светится? Ну что за прикол? Я прям засеку. Я прям засеку, сколько она светилась. Ой, тут снайперша может быть, да? Да, так и есть. Так и есть. О, забрали снайпершу. Идеально. И долго. Вот что это за хрень такая? Что с этим серым глазом не так? Я заехал, меня невозможно ниоткуда больше засветить. Почему он так долго висит? Второй раз за сегодняшний стрим. Из-за того, что опустил. Пошла жара. И опять ушел из-за света. Ну что за фигня? Там хпшного надо бить. Все-таки объекта. Он все-таки выжил. Непорядок. Добили. Казы, 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 казы. Все, давай, уже выгребай. Скорее это утонем? Цель потеряна? Что вы несете? Экипаж сошел с ума. Ему нужно выйти.